валютные кредиты, их никто не предупреждал о таких рисках, о том, что наша национальная валюта может девальвировать на 580%. Прежде всего, мы хотим заявить банку, в данном случае сегодня Укрсибанку, что мы пришли защитить каждого нашего заемщика. У нас около 50 человек заемщиков Укрсибанка. Каждый из нас написал уведомление, что с сегодняшнего дня никто платить не будет. Это наша борьба продолжается в Киеве. Сейчас наши ребята, сейчас финансовый Майдан, кредитный Майдан стоят и ночуют под НБУ. Известно, что с сегодняшнего дня никто ничего платить не будет. До тех пор, пока скажем индивидуально, не будет. Решена проблема. Но это все локально. На самом деле мы требуем, конечно же, закона, либо постановы НБУ, которая решит наши проблемы. Мы предупреждаем все банки, что мы будем ходить каждую неделю. Как я поняла сейчас на митинге, каждый имеет какое-то предложение к банку, а то есть от того, какую сумму он способен оплатить, мы готовы выслушать каждого и решать проблему, видите, правильно, индивидуально каждого. Потому что у каждого разные условия, разные кредиты, гривна. И как начальник центра я понимаю, что люди поставлены в такие условия, что им очень сложно оплатить по валютному кредиту. Держи руки!